на эту сцену центрального дома ученых приезжаю с огромной радостью. И сегодня мне захотелось исполнить свою давнюю мечту. Признаюсь, конечно, я столько драматического текста никогда не выучивал на память. Тем более, что ответственность велика, ведь этот текст, это не просто текст, а ведь вы заметили, это настоящий сценарий к моему спектаклю. Этот сценарий написала Юлия Снежина. Завтра приедет в Москву, чтобы спеть совместный концерт песен Валентины Толкуновой и романцев из ее репертуара в Коломне. Я хочу напоследок исполнить песню, которую Сергей Ремишев исполнял очень часто. Неаполитанская песня, которую я тоже очень люблю. Скажите, девушка.